В детской любительской киностудии «Аистята», которая существует в Москве уже 7 лет, каникулы ждут всегда с особым нетерпением. Это пора самой напряженной работы над новыми фильмами. Поиски интересных документов, непрерывные съемки, рисунки, работа за монтажным столом. Ребята, я хочу, чтобы вы мне, некоторые из вас, ответили на такой вопрос. Вот о ком или о чем вы бы хотели рассказать в своих ближайших фильмах? Я думаю, что в новом учебном году мы будем снимать и спортивные фильмы, будем готовиться к Олимпиаде 80, которая будет проходить в Москве. Хотим снять много новых мультипликационных фильмов. Хотелось бы, конечно, снять и игровой фильм на школьную тему. Мне бы хотелось сделать фильм о дружбе ребят. Я уже занимаюсь здесь 7 месяцев. Я бы хотел снять один мультфильм свой. Работы «Аистят» не получались бы такими интересными и поучительными, если бы им не помогали взрослые, в том числе и известные кинематографисты. Студия отмечена уже 20 наградами и призами, в том числе и золотой медалью международного фестиваля «Десятая муза». Делая новые фильмы, ребята, конечно, не думают о призах и наградах. Им хочется прежде всего, чтобы фильмы их были умные, добрые, трогающие душу и детей, и взрослых.